Следующая пара уже в ринге. Сейчас мы посмотрим жесткий задорный бой. Привет, ты из чемпионской команды, да, я смотрю? Всем привет, зовут Саня, Корень. Не знаю, раз, наверное, седьмой уже на стрелке. Корень, давай, ускоряйся, погнали. То, что соперник достойный, меньше травм, всех благ. Отлично, лучшие пожелания не скажешь. Так, ну я вижу, что человек спокойный, терпеливый, не особо говорливый. После победы мы пообщаемся, да? Сейчас мы узнаем. Ребята, осталось всего несколько боев. Давайте поаплодируем и за Радио Бойцов за отличный бой. Парни на середину. Итак, работаем по ММА. С борьбой, болевыми, удушающими. Согласны? Все отлично. Правила есть, их помни, не нарушаем. Руки уже пожали, разошлись по углам. Готов! Готов! Бой, поехали! Удачи улыбнулась и ушла. И победу одержал другой. Вот он! Аплодисменты! Это было ловко, хлестко. Так, не огорчайся, брат, что случилось. Что-то грустно уже стало. Братские обнимашки. Что, врачо, всех приветствую. Надо все-таки у тебя интервью там взять, да, еще пока ты веселый был. Да нет. Угол, бери, угол. Неожиданно, конечно, поворот. А, ну, бой показал, конечно, то, что показал. Рассчитывал на лучшее. Получилось, как всегда? Нет, получилось. Что получилось? Вот, большое спасибо оппоненту, он настоящий красавчик. Я считаю, что проигравших нет, тот, кто выходит, уже победит. Однозначно. И, конечно же, организаторам стрелки спасибо вам огромное. Все. Благодарствую. Все, спасибо, тренируйся, восстанавливайся. Корень, ну и тебе слово, это было довольно быстро. Это было шикарно. Да, что скажешь? Ну, я думаю, бой был плохой, на самом деле. Почему? Потому что короткий? Да, хотелось бы побольше. Морды побили друг другу. Ну, а так нормально. Ладно. От души, спасибо за бой. Все, зато сберег морду. Спасибо тебе. Давай кулачок, ребята!